уже люди есть. Сколько лет, ну 8 лет я хожу мимо, нельзя. Тут Господи, где люди добрые есть? Не все в свой карман. Спасибо. Вот, ну я прям благодарю Бога. Я говорю, Господи, как гляну. Как я ходила 9 лет хожу я сюда, вот я в спортивной школе работаю. Угу. И по грязи, вот там не пройдешь, лужа вот такая. Спасибо людям добрым. Дай Бог им здоровья. И тут для детей сделали. Так очень хорошие люди. Спасибо.